Значит, золотая, красная шапка, видовая форма. Вот в настоящее время подобные селекционные формы у нас только с Китая поступают. Ну, кстати сказать, Китай — это и традиционная страна золотых рыбок, благодаря которым простой китайский карась вот получил вот такое разнообразие форм. Ну, конечно, смотрится шикарно. Но почему-то вот эти видовые, они то ли стресс переносят тяжело, то ли что. Ну, скорее всего, и то, что длительная транспортировка в пакетах с кислородом. Токсинов очень много накапливается в этот момент, плюс перепады давления и так далее. Но тем не менее, то есть в красоте этой рыбки трудно сомневаться. С возрастом эта шапка становится прямо как попона на голове. То есть сейчас они молодые, поэтому шапка вот так не шибко выражена. А у взрослых это прямо как норковая шапка на голове. Ну и вот по размеру и по состоянию этой шапки, конечно, можно еще судить и о здоровье рыбы. То есть, если рыба как-то себя плохо чувствует, у нее и шапка как-то опадает. Вот, у больных или там неразвитых рыб тоже. То есть, рыба сама большая, а шапки практически нету. Ну, эти вот видно, что им порядка полугода, и вот шапки у них на лицо.